Начинался так, едва двигался, я залезал в контакт. Листал сверху вниз сводки новостей, пролистывал профайлы друзей моих друзей. Потом после души, чуть позже уже детально проверял фронтенд, уже же YouTube, Instagram есть, что посмотреть. И я забыл в Телегрубе пару раз со всей, но выбора моих пристрастий бесспорно была отборная. Садомаза, акробатик, порно, задорно пошел дочитать до людей. Так проходил мой день. Зависимый, и вы интернет-зависимый, кто на сети зависимый. Мы интернет-зависимый, вы, я интернет-зависимый, и вы интернет-зависимый, кто на сети зависимый. Мы интернет-зависимый. Жена ушла, кошка умерла, квартира целиком поучили, поросла. Я искупал щетина и зарос, трусы не менял, 3 месяца сос. Я выбегал, убегал, время не рекло. Вся моя жуть, мне казалось, днем с утра. Я был в сети с головой, пока мне не дотянулось помощью рука. Случайно я узнал из маминских писем о клубе анонимных интернет-зависимых. Я сразу понял, это мой шанс. Мне сняли ломку, и вот я здесь сейчас. Я знаю, что в обе с любого рода мани решение проблем начинается с признания. А вот это сегодня руку тянули, я понял, давай, держи. Возьмем друг друга за руки. Это непременно ритуал у Марлинов. Возьмите друг друга, пожалуйста. Так, вот здесь вместе, вот к вам тянется рука. Вот, давай еще одну, да, вот так. Возьмите друг друга за руки, возьми. И вот там тоже возьмите сзади, вот в середине, я вижу вас, не без рук. Парень, ты один, что ли, пришел? Взял друзей там внизу, да не сын, да, все нормально, все поймут. Да, возьмем друг друга за руки. И если можно там бармен, друг друга возьмите за руки. И фотографы вы тоже возьмите друг друга за руки. Я взял тут одновременно человек 8, наверное, за руки, может быть 10. Хорошо было, мне было диплом, нормально, не умирай. И можно ли вставать по кругу? И вот сейчас сначала очень тихо и честно признаемся друг другу. Блин, вы такие теплые. Но я не в этом, не в этом хотел признаться. Подожди. Тихо. Я интернет-зависимый.